Меня Емеля зовут. Василиса? Василиса прекрасная. Для тебя ужасная. Лаврушечку не забудь. Ага, точно. Говорящая щука. Я исполню любое твое желание. Жениться хочу. На царевой дочке. Уверена, что ты ей подходишь-то? Ну ничего. Мы ее подтянем до моего уровня. Я к невесте. Будет тебе задание. Если царскую волю не исполнишь, царь-батюшка тебя казнит. Кто такой закон писал? Так вы, батюшка. Она же погубить тебя хочет, поэтому задания такие невыполнимые дает. Я хочу, чтобы все как у людей. По любви. Это ж я так, только разогрелся.